здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов brandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм снеговика. Вот такой вот объемный костюм. Посмотрите, вот упаковочка большая. Он не тяжелый, но довольно большой. Такой вот снеговичок, аккуратно упакован. Подходит как и для аниматоров, так и берут в детские садики, в школы, на любые тематические праздники. Вот здесь у нас в комплект входит ведро и варежки. Ведро и варежки могут быть разного цвета. Красные, зеленые, синие и оранжевые. Вот можете посмотреть. Вот так вот выглядит костюм в запечатанном виде. И давайте посмотрим, распечатаем упаковочку, посмотрим, как выглядит костюм. У нас в комплект входит ведро, вот такое вот, посмотрите, ведро ярко-оранжевого цвета, здесь оно с елочкой, плотное, здесь флис у нас сверху, внутри подкладочка идет, головной убор универсальный, такое вот ведро. В комплект идет нос на резинке в форме морковки, вот так вот можете видеть, такой ярко-оранжевого цвета, здесь резиночка универсальная. Вот такой вот нос. Вот можете посмотреть, так вот выглядит нос. В комплект у нас входят вот такие вот ботиночки. Посмотрите, белые из флиса также идут на резиночке по ножке. Универсальный размер также идет. Мягенькие такие, удобные. Вот так вот выглядят ботиночки. Под ведро у нас одевается вот такой вот как чепчик головной убор. Он на завязочках идет, то есть по шее завязывается, не спадает. То есть вы одеваете на голову вот такой вот головной убор и сверху просто одеваете ведро. Значит, такой вот головной убор. Далее в комплекте у нас также идут ярко-оранжевые варежки в цвет ведро. Обращаю ваше внимание, что варежки и ведро могут быть другого цвета. На сайте у нас представлена информация про костюмы снеговика, в каком цвете он еще бывает. Варежки у нас также идут из флиса ярко-оранжевого цвета. И такие тут елочка нарисована. Вот. Очень удобные такие универсальные варежки. Здесь по ручке на резинке идут такие вот варежки. И в комплект у нас входит вот такая, как можно сказать, туничка такая объемная в форме шара, ну, комков снеговика. Внизу она идет на небольшой резиночке. У нас подкладка также атласная внутри идет. Здесь все вот прошито аккуратненько, можете посмотреть. Шарф, он уже пришит. Вот можете посмотреть, здесь у нас все пришито. Такой цветной шарфик. Здесь у нас как пуговички идут. Безрукавочка такая. Все тоже из флиса. Сзади это выглядит вот так. По талии идет резинка вставлена. Тянется. Вот полностью костюм снеговика. Если вам понравился костюм снеговика, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.